Сталин Борисович, ой, еле вас догнал. Помните, я Голковский, директор Рижского рынка. А, здравствуйте, Михаил Фадеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А ведь меня обокрали, знаете, у меня похитили очень ценную коллекцию гравюр. Ну, обратитесь в милицию. Я всего лишь участковый. Да, но я помню, как вы у нас в 39-м накрыли целую банду. Послушайте, я знаю, что вы лучший. Ну, зря вы так. Сейчас после войны в милиции очень много профессионалов. Так что пишите заявление в милицию. Думаю, что найдут ваши краденые. Но есть еще некое деликатное свойство этого дела. А вы что, украденное скупаете, Семен Фанич? Боже мой, ну что вы? Нет, все законно. Это 16 век. Питер Брейгель. Я приобрел вполне уважаемого человека. Ну тогда в чем проблема? Дело в том, что это коллекция из архивов НКВД. А что, в архивах НКВД еще и произведения искусства хранят? Когда-то эта коллекция принадлежала наркому НКВД Ежову. А в конце 30-х, когда, в общем, все было конфисковано, стал бесхозным и просто лежало, что называется, мертвым грузом. Но если вещь такая ценная, чужие в музей не отдать. Да это вот целые волокиты, поймите меня правильно. И потом, но это бесполезно. Негде картины хранить. Я был в запаснике, и все переполнено. Ведь эшелоном произведения искусства везут, понимаете? И потом я напоминаю, есть деликатный характер. Меня могут спросить, как эта коллекция попала ко мне. Кстати, Семен Фадеевич, а как она к вам попала? Я говорю, абсолютно законно, но мне не хотелось бы называть имя продавца. Ну, вы поймите, потом продавец вообще здесь ни при чем. Надо же вор поймать. И я уверяю вас, я в долгу не останусь. Я государству служу, а не частным лицам. Извините. Ничего, молодой человек. Скоро будете бегать, как новенький. Истощение и очень тяжелый бронхит. Ну, он поправится. Я выписала лекарство, но его сейчас очень трудно достать. Достану. Что еще? Мальчику нужно усиленное питание. Да. Обязательно мясо, обязательно молоко, витамины. Ну, не переживайте. Так, я надеюсь, все еще обойдется. Спасибо. Мишка, проводи. Всего доброго. Анна Ивановна, молоко только на рынке, а цены не подступиться. О, Ольге одиночки. Не справиться. Давайте скинемся. Кто сколько может. А Трошина будем отключать. А уж. Пойду постучу. Ты посмотри, какое молочко. Не молоко, ведь, а золото. Утренняя дойка прямо из-под коровы. 10 рублей за литр, и то много. 20. 3 литра возьму за 40. Может, тебе даром отдать, а? Гляньте-ка на нее. Совсем народ стыд потерял. Да это у тебя ни стыда, ни совести. Ты что так цену ловишь, а? Ребенок болеет, ты что, не понимаешь? Врач сказал, подкормить ребенка надо. Мы всем миром по копейке собирали, а ты... 20 рублей! 20 рублей! Фу! Ну куда, куда ты? Иди. Для ребеночка за 45 отдам. Молоко-то целебное у меня. И коровка ухоженная. Милор, вытащили. Да-да. Анна Ивановна, здрасте. Что произошло? Беда. Беда, товарищ Трошин. Присаживайтесь. Обокрали. Обокрали старую дуру. Что, где, на рынке? Ой, все деньги, которые Васькины продукты собирали, все вытащили. Боже мой. Вот торговка смилостивилась, молока дала. Но я же мясо хотела купить. Я же творожка хотела купить. Анна Ивановна, ну, вора я постараюсь найти, а вот деньги вернуть не обещаю. Да бог с ними, с проклятыми, пусть он подавится и мир. Что делай, товарищ Трошин? Что ж соседям говорить-то, а? Ой, где продукты брать? Врач-то сказал, продукты ребенку нужны. Уберите деньги. Уберите. Мне продукты свежие нужны. Мясо, молоко, яйца.
овощи. И быстрее. Да, я понимаю. Я уверяю, у вас будет просто кремлевский паёк. Вы знаете, мы с супругой ничего не трогали. Все оставили, что называется, в первозданном виде. Только форчик прикрыл. Хорошо. А где хранились гравюры? А, вот здесь, вот в этом ящике. А дверь была заперта? Да. Дайте мне лист бумаги, пожалуйста. А вы знаете, у нас есть фотоаппарат. Может быть... Давайте фотоаппарат. Это будет лучше. А что, фотоаппарат не взяли у вас? Нет, знаете, вот фотоаппарат. И еще у нас... Пожалуйста, это статуэтки. Северский фарфор. Тоже не тронули. Простите мою неграмотность. А как выглядели гравюры? Одну секунду, сейчас покажу. Одну секунду. Вот посмотрите. Ну, не правда ли прекрасно? А? Ну и что, Паша? Что, Паша? Хороший парень. Какая я была глупая, что отказалась от него 20 лет назад. А как это произошло? Ну, молодая была, дурочка совсем. Ушла от матери. Закрутилась. Болталась по всей России от края до края. Потом забеременела, 18 не было. Но испугалась, куда я с ребенком. И отдала Пашку по Свердловский дом малютки. А он, видишь, совсем другой. Отыскался. Держи. Дарю. Бери, пока я добрая. Больше товара не будет. Не хочу, чтобы Пашка все это видел. Пашка, скажи, костюмы подшить мне принес, хорошо? Хорошо. Убирай. Салют, Нинок, открывай! Проваливай! Ты чё, Нинок? Ты чё, шуба-то королевская? Да проваливай, говорю, не нужны никакие шубы, мне закрыта лавочка. Ну что-с? Ну не томи, Ионыч. След от обуви 37-го размера. Женщина? Ну почему, может, подросток? У нас этих малолетних преступников в картотеке хватает. Да нет, подростки-форточники меня пока не интересуют. Работал явно человек с опытом. Взяли только одну вещь, хотя в квартире и было чем поживиться. Меня вот этот след смущает. Как будто специально оставили. А что похитили? Пока не могу сказать. А что по женщинам-форточницам? Ну, туфелька такого размера подходит только двум золушкам. Анне Цирковой и Маре. Цирковая отбывает наказание в Оренбурге, остается Мара. Мара. Это у которой отец скрипач? Она. Ее отец гастролирует в Париже с концертами. Она тут номера откалывает. Ну, и о каких гравюрах идет речь? Питер Брегель, фламандцы, 16 век. О, в Мариной роще объявились ценители фламандцев. Кража произошла на Арбате. А это что? Ваш участок, товарищ участковый? Мара. Мы так не договоримся. А мне не о чем с вами договариваться. Послушайте, Мара, если вы мне вернете миниатюру, то я обещаю вам дать денег и даю слово, не пойду в милицию. А я пойду. Я обвиню вас в клевете. Кто вообще вам дал право порочить мое честное имя? Тоже мне. Вы полагаете, она пойдет в милицию? Да нет, не пойдет. Она на учете, лишний раз светиться не будет. Это она меня обокрала, да? Я не знаю. Но то, что Мара в курсе, это точно. Прошу обратить внимание, мейсонский фарфор. Вы слышите, как нам вторит история? Из данного набора хочу предложить вам супницу. Смотрите. Говорят, сам Наполеон Бонапарт кушал из этой супницы русские щи.
до тех пор, пока его не прогнал из Москвы товарищ Кутузов. Ну как? Хорошо. Беру. Ну, отличный выбор. Спасибо. Минуточку. Благодарю вас за прекрасную покупку. Всего хорошего. Какого черта пришла? Мить, ну где твои манеры? Мне это нравится. Она будет учить меня манерам. Я пришла предупредить. Прикрой лавочку. Фараоны интересуются. Кто? Троши. Участковый из Мариной Рощи. Который до войны опером был? Ну да. Прикрыть. Хорошо сказано, прикрыть. Прикрыть. А ты хоть понимаешь, сколько сил мне стоило это все открыть? Чтобы все работало. Без риска. Понимаешь? Мое дело предупредить. Решай сам. Стой. Иди сюда. Этот, твой Трошин, чем интересуется? Гравюры Питера Брегеля, 16 век. Все? Все. Смешно. Все, свободно иди! Иди, я сказал! Я тут с вами целый день на нервах! О, на нервах! О, Нина пришла. Проходи. О, мама. А мы с племежом знакомство обмываем. Да. Выпей. Да. Держи, на. Вон отсюда. Зачем же так? Затем. Он тебе никто. И ничему хорошему не научит, только водку жрать и воровать. Сама-то. Пошел вон, я сказала. Бывай, племяш. Не хотела я тебе говорить. Все равно узнаешь. Скупщица краденого я. Бывшая. Все в прошлом теперь. Разве воры отпустят? Как решила, так и будет. Главный человек есть надежный. Поможет. Участковый. Ты знаешь... Если хочешь под откос не скатиться, держись лучше участкового, а не фазана. Убери все это, я ужин приготовлю. Ну-ка, подвинься, мать. Не, ну Нинка была правильно. Рыхло какого лешего не берет? Ну пойми, ты сыну не объявился. Не до того сейчас. Ты Алику цыгану пока снеси. Цыгану? Вот ему, а не шуба. Шельма твой цыган. А Нинка правильную цену давала. И впредь будет давать. Считай, что она сейчас в отпуску. А в нашем деле нет отпусков. Я к Саве пойду. Пусть он слово скажет. Нинка с легавым крутит. Слышь, Примак, ты следи за помилом, когда Нинка своих закладывала. А когда она от шматья отказывалась, а? Вот пусть Сава и решает. Слышь, негоже уважаемого человека по таким мелочам тревожить. Я сам с Нинкой поговорю. Давай лучше. Зафар. Давай. Ольга, банку с молоком надо мокрой тряпкой прикрыть и на сквозняк выставить, чтоб не кисло. Ага.
10 аптек обошел. Нигде нету лекарства. Вот посылка для товарища Трошина. Ага, ну оставляйте здесь. Пока Трошина нет. Нет, не могу. Положено лично в руки. Вот, под роспись. А, на службе товарищ Трошин. Мы передадим в целости и сохранности. Вы не волнуйтесь. Да. Нет, 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 не положено. Все, я ухожу. Ну, подождите, Положь куда назад! Же вы? Назад, говорю! А ну поставь на место! Братовщик, а ну поставь на место, говорю! Это же продукты! С меня голову снимут! Сядь! И жди! Трошин сейчас явится! Вот! Здравствуйте, товарищ Трошин! Здравия желаю! Ну, где тут автограф ставить? А, так, вот, товарищ Трошин! Я ничего не скажу! Сестра! Пусть он уйдет, мне плохо. Товарищ. Сестренка, дай нам, пожалуйста, поговорить, а? Извините. Пожалуйста. Женщина, я вас прошу, если возможно. Спасибо. Да рассказывай, рассказывай, что произошло. Да пойми ты, дурочка, найти тебя здесь нетрудно. Захотят добить, добьют. О, не убежишь. Я тебе не помогу. Давай рассказывай, все из-за гравюр? 2 месяца назад я сработала похоже. Тот же голландец, Питер Брегель. А где взяла? С рейтинга. Точный адрес не скажу. Ну, это понятно. На днях еще предложили заказ, но я отказалась. Почему? Да потому что прошел слух, что голландец из архива НКВД. А откуда слушок-то пошел? Да все, кто им интересуется, говорят. Слушай, Трошин, а это не НКВД за мной охотится? Мара, если бы это было НКВД, я бы с тобой уже здесь не разговаривал. Давай рассказывай, кто заказчик. Я не знаю. Пойми, возможно, наезд их рук дело. Заказчик анонимен. Так работает схема. А кому сдавала? Мара. Митя Раевский из комиссионки. Митя Раевский, известная личность, из молодых до ранних, 15-го года рождения. От фронта увильнул по здоровью. Работает в комиссионном магазине. Но магазин – это прикрытие. Он посредник между заказчиками и квартирными ворами. Ну, если такой знаменитый, чего же на свободе-то еще? Нет, извините, Митенька на мелочи не разменивается. Он добывает дорогие вещи и сбывает их солидным клиентам. Вот, а с другой стороны, воры высокой квалификации с шантропой он не связывается. Не. А профессионалы попадаются? Бывает. В 44-м наперся домушник. Ну, слышал, наверное. Дал показания на Раевского. Митенька вывернулся. Все, на суде дело. Распалось. А кто заказчики? Анонимы. Звонит такой на известный номер, или телеграмму посылают, или в газету дает. Вот. Заработанные деньги в тайник, и через тайник же товар забирает. О, Митенька эту шарманку крутит уже несколько лет. Так что звон слышим, а за что ухватить? Не за что. Какой у тебя точный адрес? Трифоновская, 27. А что? А что это? Что? Мешаешь, Иваныч. А что же? Что я супруге скажу? Ну, Ольгу можно не посвящать. Как это? Сходите в кино. Или в театр. Большой. Хочешь? Да, большой.
Семен Фадеевич, это Трошин говорит. Нужно два билета в Большой театр на завтра. Да, еще ваш сельский фарфор и денег. Много. Есть продвижение в расследовании. Угу. Семен Фадеевич, звучное имя. Не директор ли Рижского рынка, а? Он самый. Дай допечаточку. Обокрали Голковского. Извините, молодой человек, этого лекарства нет. Как же такое может быть? Нет ни в одной аптеке. Ну, дефицит. Слыхали такое слово? Ну, впрочем, вас в школе этому не учат. Загляните в конце месяца, может, это, вот завезут на базу. В конце месяца некого будет лечить уже. Ну, лекарство, ну, так это заграничное, понимаете, редкое. Позвоните вы на базу-то, узнайте, может, у них там что-нибудь есть. С базы юноша запросто общается только кремлевская больница, понимаете. А обычные аптеки, они получают то, что дают, по разнарядке, понимаете ли. Я тут насчет работы узнавал. Ага. Без московской прописки нормально не устроишься и... Паш, ты мой сын. Я пропишу. Метрика есть? Я две недели здесь живу, а ты только сейчас спросила. А я тебя сразу приняла. Сердцем. Мне бумажка не нужна. А других детей у тебя нет? Стой, паршивец! Стрелять буду! Ну так вот, я, значит, бегу. Он как-то воздух пальнет, ну я на землю. Руками голову обхватил. Вот. Хорошо, воздух пальнул. А если в тебя, что тогда? Шальной ты, Мишка! Убери, сейчас же. Вам кого? Здравствуйте. Вот тут продукты для товарища Трошина. А, спасибо. Проходите сюда, на кухню. Кошмар. Вот тут шовчик. Вон, смотрите, совсем побежит сейчас. Вот ниточка, видите? 7000. Я эту шубу, между прочим, не носила практически, она новая. Угу. Ниточка, нет там никакой ниточки. Ниточка. Вот, смотрите, залысина. Видите, залысина скоро будет. 6800. Гражданка, она 10 стоит. Ну, знаете, за 10 у вас ее никто не возьмет. Да ну не берите. Да пожалуйста. Да пожалуйста. 6500 возьмете? Возьму. Ой, платочек, посмотрите, девочки. Да молодой я. Человек, вы что делаете? Это не ваше дело. Пошли домой. Подождите. Пошли Паш. Домой. Извините, пожалуйста. Гражданочка. Ну, извините, пожалуйста. Гражданочка. Паш. Но я эту шубу не носила совсем, фасон не мой. Какой фасон? Кто теплую вещь под зиму продает? Меня одеваешь, а сама? Я не затем пришел, чтобы у тебя на шее сидеть. Паш, а деньги? Я что, не советский человек? Я работать пойду. Какой же ты у меня красивый. Как тебе идет этот костюм?
Всю жизнь мечтала попасть в большой. Опоздаем. На комоде. Федор Хилькевич, он же Зяблик. Присаживайся. Ну что, птица моя певчая, мне Раевский нужен. Не знаю такого. Дорогой товарищ, ты попался на месте преступления. Это как минимум года три. Но ты мне не нужен, мне Раевский нужен. Заказ на фарфор от него получил? Как он сбывает краденое? Не знаю. Начальник, я же не должен знать. Я товар сдал, деньги получил и в сторону. Давно с ним работаешь? В прошлом году. Штуку одну для него брал. Потом иду вечером, смотрю, она у него в витрине стоит. Прикрыта, вроде как из-за портьеры. Уголок только торчит. Ну... И штука твоя долго у него в витрине маячила? Утром уже не было. Эй. Забирай. Дядя, я не рано. Чем могу? Меня интересует вон та фарфоровая статуэтка, которая сейчас выставлена на витрине. Ты кто, поц? Я думал, предприятие держится на анонимности. Обманули. Ну, если так желаешь. Капитан Трошин, участковый. Товарищ Трошин. Он самый. Насколько я знаю, вас интересует Брейги. Причем здесь какой-то фарфор. А при том, мой дорогой Митя, что фарфор этот краденый. Зайдем. Проходи. Проходи, присаживайся. Чувствуй себя как дома. Ну, давай, рассказывай, кто заказал гравюры? Товарищ Трошин, ну, я здесь совершенно ни при чем. Угу. Весь цимис угу. в том, что заказчик всегда в тени. Угу. Понимаете, я днем выставлял украденные вещи вот, в витрину. А ночью не закрывал черный ход. Приходил человек, брал то, что ему нужно. Полное взаимное доверие. Скажи, Мить, а... Как с тобой связывался заказчик? Как? Письмом. Письмом, так же, как и вы. Че, одно письмо? Или постоянный клиент? Нет, было два письма. Оба раза интересовались гравюрами Брейгеля. Первый раз их взяли на квартире профессора Астахова. А-а-а. Ну, а второй у директора рынка. Понятно. А к Голковскому кого отправил Митя? Никого. Как? Мить, как никого? Его уже ограбили. Нет, но... Да, только я здесь абсолютно ни при чем. Абсолютно ни при чем. Кому я не предлагал эту работу, никто не соглашался. Дело в том, что прошел слух. Брейгелем интересуется НКВД. Да.
Так что мне пришлось вернуть деньги заказчику с извинениями. И, между прочим, солидной компенсацией. А кому вернул-то? Я не знаю. Не знаю, я, как всегда, положил конверт в витрину. Я все прекрасно понимаю. Будете арестовывать. Митя. Перестань, сиди и работай. Товарищ, товарищ, я, трожь. Я к тебе буду иногда наведываться. Что-то не так? Нет, все так, товарищ Трошин. Все так. Ну, видишь? Мить, а ну-ка подойди. Слушай, а какие гравюры были украдены у Астахова, а какие у Голковского? Товарищ Трошин, послушайте, я впервые обратил на это внимание. Одни и те же. Возвращаю ваш фарфор, Семен Фадеевич. Что, получается, не пригодилось, да? Пригодился, пригодился. Пригодился. Скажите, а как долго у вас были гравюры? Да буквально пару месяцев. Я даже не успел налюбоваться. Держите ваши деньги. Спасибо. Так кто продал вам фламандца? Константин Борисович, но мы же с вами договорились. Этого вопроса не касаться. Продавец напрямую связан с кражей. Чеку, товарищ Трошин. Маш, можно подождать? Я вас слушаю. Это его ход. Гравюру продают, потом похищают. Потом снова продают. Потом снова похищают. У прежнего владельца гравюры продержались примерно месяца два. Потом были благополучно украдены. Это что ж получается? Кто-то придумал вечный двигатель обогащения. Ну хорошо, допустим, все так, как вы говорите, но это невозможно утаить. Поэтому и нужна была легенда о личной коллекции наркома Ежова и архиве НКВД. Коллекционеры молчат о покупке и боятся заявлять о краже. Какая же мразь этот музейный работник, а? А вы что, знакомы? Не то слово знаком. Регулярно бывает здесь, жрет три глотки и Маша рассказывает про Германию. Воевал? Какой там воевал? Отсиживался в трофейном вагоне. Ага. Да, ну получается, что? Эта сволочь теперь может облапошить пол Москвы, да? А имя-то у этой сволочи есть, Семен Фадеевич? Бобров Борис Андреевич. Пожалуйста. Спасибо. Ну, спасибо. Возьмите сдачу. Трошин, мне надо с тобой поговорить, серьезно. Что? Поговорить мне надо с тобой серьезно. А, прости, задумался. Мне с тобой тоже. Присядем? Ты какой будешь? Ой, не да, знаю. Ну, вот, выбирайте. Слушай, Нин, помоги одного черта задержать. Что? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Ну, пыль в глаза пустить. Ну, ты же умеешь, да? Все стало вокруг. Голубым, зеленым. Вот так. Ну, ладно. Ну, серьезно? Даже за... Ну, чем мы с тобой как пионер-то? Ладно. Хорошо. О чем ты хотел со мной поговорить? В другой раз. Ну, рассказывай, что я должна делать. Извините. За вас, Ниночка. Сама судьба свела нас с вами. Ну, положим, не судьба, всего-навсего директор Московского дома моды Алик Комаров. Готов выпить за Алика. Впрочем, он шельмец. Скрывал от меня такой бриллиант. А такой драгоценности нужна достойная оправа. Ниночка, у меня очень большие связи и в горкоме, и в наркомате просвещения. Признаюсь, я искала встречи с вами несколько по другому поводу. Мне сказали, что вы прекрасно разбираетесь
европейской живописи. Что вы могли бы мне помочь? Все, что угодно. Есть вещи, ради которых я могу пойти на все. У меня уже есть Рубенс. Две жанровые сценки старшего Брегеля. И Мемлинг. Мемлинг? Это потрясающая коллекция. Я могу на нее взглянуть? А недавно прошел слух, что в Москве появился... Я не пожалею никаких денег. Не все в этой жизни, Ниночка, оценивается деньгами. Поможете? Ко мне скорее, 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 зайчик мой! Как я счастлив вас видеть! Боже мой! Одну минуту! Да, хорошо! Ниночка! Боже мой! Я прошу! Нет сюда! Нет! Нина! А где десерт? Вот! Мой зайчик горит! Иди сюда! Ниночка. Боже мой. Какая красота. Ой. Здесь еще не надо. И это можно. Еще. Здесь, пожалуйста, вот здесь обязательно. Покажите, пожалуйста, что у вас там на десерт. Нина. Ну. Оп. Нет. О. Боже мой, как красиво. Да. Душа моя. Королева моего сердца. Притормози, притормози. Все, спектакль окончен. Гражданин Бобров, арестованы за кражу культурных ценностей. Каких ценностей? Пройдемте машину. Это пройдемте машину. Нина! Нина, вы что? Вы с ними, Нина! Нина! Спасибо. Слушай, как дурак. Краски весь, ну, никогда кисточку в руках не держал. Вот вечером придумаешь что-нибудь. Ну ладно, показывай, что ты там нарисовал. Ой, не надо, я прошу тебя, не да надо. Ладно, я пожалуйста, посмотрю, ну, что, с ума сошел? Ну, не смотри, надо. Посмотрю, ну, какая разница, нарисовал? Ну, прошу. Что, не понравилось, что ли? Смотри, как симпатично. Я первый раз кисточку в руках держал, дурочка. Больно, они же колючие, не надо. Ну, держись, художник. А я не совершал ничего противозаконного. Да, кроме мошенничества, кражи и покушения на убийство. Голковский и Астахов подтвердят, что вы продали им одни и те же гравюры. У вас очень большой круг знакомых, поэтому найти покупателя несложно. Но возникли трудности с возвратом, товарищ генерал. Воры отказались брать фламандцы. Почему? Потому что гражданин Бобров придумал легенду, что эти гравюры из архива НКВД, лично из коллекции Ежова. Испугал этим не только покупателей, но и воров, так? Подождите, капитан. Но если воры испугались, то кто тогда ограбил Голковского? Вот, гражданин Бобров и ограбил. Смешно! Я в форточку не пролезу! Не пролезете. Вы в дверь вошли. А-а. Да, вы бывали у Голковских достаточно часто, поэтому сделать отпечаток ключа совсем несложно. В их отсутствии спокойно вошли в квартиру, взяли гравюры, разбили стоящий на подоконнике цветочный горшок и оставили там небольшой отпечаток. Небольшой. Потому что форточки у Голковского действительно небольшие. Чушь! Ну, почему же чушь? После кражи вы продолжали общаться с Голковским. Через него узнали, что он разыскивает украденное. Очень испугались, когда мы вышли на Мару, которая ограбила Астахова. И она стала что-то подозревать. И вы сбили ее машиной. Так? Спасибо, капитан. Вы свободны. Слушаюсь.
А ведь за вами, гражданин Бобров, числится не только афера с продажей. Есть более серьезные вещи. Фонды Берлинской картинной галереи фашисты вывезли в соляные шахты Тюрингии. А вы, гражданин Бобров, в составе трофейной бригады, работали как раз на той территории. Объясните мне, Бобров, почему культурные ценности оказались не в государственной галерее, а в ваших грязных руках? Это было очень смешно. Здорово придумал. Нин, ты такая. Какая? Знаю, знаю. Да, портрет-то я оставлю на память. Перестань, я первый раз кисть в руках держал. Я же не это... В общем, за тебя спасибо, что помогла. Твое здоровье. Пожалуйста. Пойдем потанцуем. Слушай, позже. Нин, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Даже не знаю, с чего начать. Нин. Троша. Это для других ты не предсказуем. Сотрудничать хочешь? Да. Ты бы своих сдал? Палку. Ну не смейся. Что ты смеешься?